Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о странных мошенниках и самом дорогом «Ламборгини». Есть все-таки в России предприимчивые люди, в плохом смысле слова. Например, житель города Глазов придумал настолько дурацкую схему мошенничества, что посмешил даже задержавших его оперативников. Наш так называемый герой приехал в Ижевск. В столице Удмуртии он арендовал автомобиль, да не один, а целых 4 одновременно. Вы думаете, он перепродал их или отправил работать нелегальным такси? Вовсе нет. 27-летнему гражданину пришла в голову светлая мысль сдать эти автомобили в металлолом. Интересно здесь то, машины, которые он арендовал, стоили около 400 тысяч каждая. Но наш уголовный гений сдал их в утиль по цене 10 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось обнаружить автомобили еще до того, как они пошли под нож. Имущество вернули владельцам, а преступник отправится туда, куда ему положено. Туда, где всегда холодно. А вот житель города Кемерово погнался за дешевизной. Совершенно незнакомый человек предложил ему приобрести бензин на 10 рублей дешевле, чем на АЗС. Условия сделки изначально были подозрительными. Нужно было купить сразу 125 литров и деньги вперед. Но жадность затмила разум, и деньги случайному знакомому были отданы. Злоумышленник сообщил, что сейчас вернется. Ему якобы нужно дойти до грузовика. Потерпевший терпел час, а потом уже заподозрил неладное. Выяснилось, что никакого грузовика с бензином нигде не было, а деньги, полученные за топливо, злодей уже спокойно тратил в соседнем супермаркете. Мораль? Включайте голову, это полезно. Дорогие россияне, прекрасные новости. В России начались продажи Lamborghini Aventador S. От стандартного Aventador'а новую модификацию отличает более развитый аэродинамический обвес и, наконец-то, полноуправляемое шасси. Схема работы стандартная. На небольших скоростях задние колеса поворачиваются в противоположную сторону передним. Если же лететь пулей, то все 4 колеса поворачиваются в одном направлении. А лететь тут действительно можно. Автомобиль оснащается 12-цилиндровым мотором мощностью 740 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 350 км в час, а первая сотня достигается уже через 2,9 секунды. Мы уже было собрались занимать очередь, но остановились. Aventador S стоит больше 20 миллионов рублей. Пока нет. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».